Ну, другие люди не просто бывают к нам несправедливы, а некоторые специально вредительствуют. Ну, это же связано с их проблемами. Где-то завистью, где-то просто глупостью. Просто не понимают, ну, как бы, ведут себя соответствующим образом. Где-то примитивный эгоизм. Вот. Эгоизм тоже от глупости весь возникает. Вот. Поэтому люди могут быть к нам несправедливы. Это не наша проблема. Это проблема тех, кто выбрал для себя такую убогую жизнь.